Всем привет, это урок R3, программирование на языке Lua для Roblox Studio. Сегодня мы повторим функции очень кратко и порешаем некоторые задачи. Домашку я сегодня задавать не буду. Ура-ура. Так, мы смотрим на скрипт на экране и видим функции. Функция print и функция wait. Вы, наверное, с этими функциями уже знакомы. Функция print – встроенная функция в языке Lua, значит, в любых языках Lua вы ее увидите. Эта функция выводит на экран какую-то информацию, которую мы ей передаем как аргумент внутри круглых скобок. У каждой функции, конечно же, есть имя, и чтобы запустить эту функцию, нужно не просто написать имя, а обязательно написать «круглая скобка открывается», «круглая скобка закрывается». Между этими скобками может стоять аргумент. Аргумент потом передается в параметры функции. Или несколько аргументов. Посмотрите на этот пример скрипта. Давайте его запустим. Вы, наверное, понимаете, что он должен делать. Он будет в окошке каждую секунду выводить новое приветствие. Вроде бы все хорошо, но мы можем этот текст сократить. Уменьшить количество повторений одних и тех же повторений какого-то текста, кода на языке Lua, с помощью создания функции. Давайте сделаем функцию hi. Hi – это привет переводится. Так, давайте попробуем избавимся от повторяющихся вещей. Так, что у нас повторяется? Повторяется у нас печать приветствия. Так, у нас пишется привет. Так. Привет, потом мы должны писать имя. Сейчас я поясню. Так, здесь у нас пробел. И у нас еще пишется... Сначала не имя пишем, сначала... я это назвал title, как бы обращение. Дорогая Оля, дорогой Вася, там быстрый, желтый и так далее. Так. Напоминаю, как создать свою функцию. Мы должны написать ключевое слово function, потом придумать имя для нашей функции. В данном случае я выбрал имя hi. Может быть любое имя латинскими буквами в Roblox. И содержать числа или начинаться вот с такого подчеркивания. Но с числа начинать нельзя. Видите, у нас красным цветом уже подчеркнулось это имя. Но зато можно число здесь использовать. Любые другие буквы. К сожалению, Roblox не дружит с русским языком. А на самом деле, если вы будете учить Lua в других каких-то средах, то там можете называть свои функции по-русски. И название параметров, название переменных тоже делать по-русски. Так. Итак, пишем ключевое слово function, потом придумываем имя любое. И пишем две круглые скобки, открывающиеся и закрывающиеся. Между этими скобками могут быть перечислены, могут отсутствовать. Это функция без параметров. Могут присутствовать. У нас здесь два параметра. Что такое параметр? Параметр – это какая-то информация, переданная в функцию извне. Давайте сейчас посмотрим, как мы будем вызывать нашу функцию для имени Оля. Так. Мы должны для вызова написать нашу функцию. Так. И передать ей два параметра. В первом параметре у нас идет имя, name, видите, да? А через запятую я указываю уже второй параметр. И в результате, когда я запускаю функцию hi, язык Lua ищет созданную функцию нами, либо функцию, которая уже встроена либо в Roblox, либо в язык Lua. Кстати, вот эта вот функция, я не сказал, наверное, wait, она встроена не в язык Lua, она встроена в Roblox. Так что в других реализациях wait или не будет, или вам придется самому написать такую функцию, чтобы ваша программа останавливалась на одну секунду, потом продолжала свою работу. Так, мне кажется, что у нас все должно получиться. Давайте это закомментирую. Так. Запускаем. Дорогая Оля, отлично.
Давайте быстренько сделаем то же самое, но для оставшихся имен. И посмотрим, стала у нас программа выглядеть проще или нет. Так, давайте размножу побольше строк. И перенесу копипастой Ctrl-C, Ctrl-V. Так, Алекс у нас уже есть. Есть. Ctrl-C. И заметьте, я не переношу никакие восклицательные знаки. Почему? Потому что у нас восклицательный знак подставится уже внутри нашей функции. Итак, наша функция что делает? Она печатает слово «привет». Вот эти две точки в языке Lua, они... это оператор конкатенации. То есть по-русски сказать «сложение». Когда мы складываем какие-то числа, мы пишем «плюс». А если мы хотим строковые какие-то значения складывать, склеивать, будем говорить, склеивать в одну, чтобы получилась одна строчка, мы используем две точки. Значит, берется первая строчка «текст». И запомните, все строки, все строковые, все имена, например, все или какие-то предложения, приветствия, далее, все должны обязательно быть в кавычках. Либо одинарных кавычках, либо двойных кавычках. Так, дальше мы склеиваем с тем, что у нас находится в title. А title — это второй параметр нашей функции, high. Видите, вот здесь, когда мы high запускаем, то у нас идет аргумент. Аргумент попадает... при вызове функции high он попадает по порядку. Видите, первый, второй. Он попадает, значит, сюда, в title. Это как будто у нас кто-то создал локальную переменную, и в нее кто-то присвоил, ну, слово «дорогая», например. Да? Но это за нас все язык Lua делает. Так что при вызове нашей функции, как бы в так, переменной, которая на самом деле, конечно, не переменная, которая называется параметром функции, там будет уже какое-то значение. Так, ну и давайте все эти обращения. Title. Так. У нас Sonic быстрый. Пикачу желтый. Так. Ну и отлично, здесь я могу. Сколько? 12 строчек было. 12 строк. Если я удалю эти 12 строк и посмотрю, сколько занимает наша программа. Ну, видите, сократилось на самом деле всего на 2 строчки. У нас меньше стало текста. Зато мы не пишем... ну, во-первых, проверим. Текст должен появляться через секунду. По-моему, все отлично. Что делать, если мне говорит какой-нибудь начальник, говорит, ты отличную функцию сделал, привет. Давай сделай только, исправь в нем восклицательный знак, чтобы было 3 восклицательных знака. В нашей версии я просто в функции приветствия 3 восклицательных знака поставил, и теперь на экране для каждого имени, при каждом вызове нашей функции, эти 3 восклицательных знака выведутся. Здорово. А, например, начальник мне говорит так. Давай-ка сделай так. А пусть после первого приветствие, пауза будет 1 секунда, после следующего, потом пауза должна увеличиваться еще на 1 секунду и еще на 1 секунду. Мы можем вот так вот сделать, например. Видите, я ввел переменную вне функции, чтобы каждый раз она не инициализировалась этим числом. Так что в самом начале при запуске нашего скрипта в переменной W единица. И я жду wait, содержимое, которое находится в переменной w. И при каждом вызове я эту переменную увеличиваю. Ну, сейчас мы, наверное, увидим уже сами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, наверное, ждать не стоит. Все работает. Так. Ну что ж, по-моему, отлично. Давайте теперь посмотрим, что еще могут наши функции делать. Ну, вы поняли. Function, ключевое слово function, имя функции,
круглых скобках идут какие-то параметры. Функция может быть и без параметров, которая просто, например, говорит «Привет». Ну, вот представьте такую функцию, например. Видите, никаких параметров. Если мы вызовем сейчас «Hi», вот, кстати, давайте я вызову этот «Hi», что произойдет? Будет наша функция просто писать «Привет, привет, привет». Без всяких имен. А, ну вот здесь уже видно, видите, x6. Когда строчка повторяется, то Roblox ее не печатает снова, он просто показывает, сколько раз был повторен этот текст. Так, а вот эти параметры куда делись? Да никуда, просто язык Lua их выбросил, так как у нас нет здесь никаких параметров. Или даже если бы они были, например, вот параметр А, параметр Б. Давайте опять запускаю функцию. И опять на экран выводится просто «Привет, привет, привет, привет». Что же произошло? А дело в том, что параметры есть. В параметры А и Б попадают вот эти слова «Оля» и «Дорогая», например. Но мы их нигде не используем. Но я могу вот здесь написать, например, «Привет, точка, точка, А». Сейчас у нас будет, наконец-то, «Привет, имя» появится. «Привет, имя, привет, Вася, Коля». Ну и мы уже примерно возвращаемся к тому, какой у нас была наша программа. Вот я давайте верну. Так, это все здорово, конечно. Но в серьезных программах, в нашем Roblox, вам очень редко придется, это только для отладки, в тот момент, когда вы программу какую-то пишете, вам придется пользоваться функцией print, печать на экране в окошечке output. Кстати, это окошко, чтобы увидеть. Я во всех уроках обычно говорю, нужно нажать вкладку View, и вот у нас есть кнопка Output. Показать, спрятать окошко. Нам оно нужно. И вообще, когда вы пишете программу, лучше, чтобы оно было. Оно здесь высвечивает какие-то ошибки. Так. Еще очень полезная вещь, без которой просто не обойтись, это функции, которые возвращают, так, я закомментирую вызов этой функции. Функции, которые возвращают какое-то значение. Ну, например, функции многие занимаются математическими какими-то вычислениями. Давайте напишем функцию, которая складывает три числа. Sum of three. Сумма трех. Параметры я назову просто A, B, A, B, C. Нажимаем Enter. Так. Enter. Видите, автоматически поставил слово end. Каждая функция, описание функции, должно заканчиваться endом. Function end. Видите, как здесь у меня отступы сделаны во второй и третьей строчке. Да, чтобы показать, ученики обычно делают вот так. Так выглядит некрасиво. Сами поймете почему. Потом поймете. Итак, функция сумма трех. Как сложить три числа. Да все просто, вроде бы, скажете. Print. И внутри print мы просто сразу сложим A плюс B плюс C. И давайте запустим нашу функцию, например. Sum of 3. И давайте сложим сначала 3 единички. И давайте еще одну. Один раз вызовем эту функцию. И сложим мы здесь, например, 10, 20 и 100. Наверное, вы уже смогли посчитать, что у нас получится при сложении этих трех чисел. Ну вот, отлично. Тройка и 130. Все хорошо. Так. Давайте эти функции переставлю вверх. Эти пока не буду стирать, которые с high. Мне, возможно, для решения домашней задачи, которую я для вас буду решать сам, мне, возможно, пригодится, чтобы не тратить время. Итак. Ну, это не серьезно. Эта функция вычисляет и сразу печатает на экран. А если я хочу сделать вот так? Я хочу сложить три суммы, трех сумм. Так. Первым аргументом, значит, в параметр А пойдет вычисленное здесь какое-то значение. Дальше потом у нас идет сумма вот этих вот чисел. И давайте придумаем еще какой-нибудь. Например, 0.
0. То есть пятерка. Так. И скобочку. Так. Уменьшу немножко, да. Смотрите, вот эти внешние скобки. Кстати, когда вы ставите курсор, посмотрите, я щелкнул на эту скобку, да, на закрывающую. Нам Roblox Studio автоматически любезно подсветило открывающую скобку. Это специально, чтобы вы не путались. Смотрите, вот сюда поставили, вот это высветилось. Так, эти вычисления нам не нужны. И то, что мы сейчас сделаем с вами. Так, ну, давайте-ка я закомментирую пока. Оставим вот эту вот сумму. И давайте сделаем то, как должна работать наша функция. Она должна возвращать значение. Возвращать тому, кто ее вызвал. Как возвращать значение? Возвращать значение с помощью ключевого слова return. Return. Давайте какая-нибудь переменная d. А в d, local d, присвоить. И вот мы как раз вычисляем эти значения. В принципе, можно переменную здесь не определять, не объявлять, а сразу же писать вместо d abc. Верни сумму abc. Ну так вам, наверное, будет понятнее. Так, ну и давайте запустим. Что же у нас произойдет? Запустили. Ничего у нас на экран не вывелось, кроме старой функции, которая привет пишет. Как же напечатать значение, которое вернула наша функция? Но мы можем воспользоваться как раз помощью известной вам функции print. Мы должны в скобках при вызове функции print указать то, что мы хотим напечатать. А мы хотим напечатать значение, которое вернет функция после своего запуска. А она возвращает его с помощью return d. Этих ретурнов, в принципе, может в программе быть несколько. Если у вас какие-то там сложные условия, if, else и так далее, может быть такое значение, может быть такое. Ну, дальше в домашке мы, наверное, посмотрим. Так, ну давайте посмотрим, убедимся, что у нас сейчас какое число вывелось. Отлично, 130. Все правильно. Так, давайте теперь попробуем вот этот пример выведем. Посмотрим, как он работает. Выглядит сложно, но на самом деле ничего страшного тут нет. Так, я еще уменьшу шрифты, чтобы было видно. Так, ставим на эту скобку. Видим открывающее, закрывающее. Ставим на эту скобку. Отлично. Итак, что же происходит? Происходит рекурсивный вызов. Это когда функция вызывает... Ну, тут не совсем рекурсивный вызов. Рекурсия – это когда функция вызывает сама себя. Здесь у нас этого не происходит. Перед тем, как выполнится вот эта функция, сначала посчитаются значения вот этих выражений через запятую ее параметров. Значит, сначала что же язык Lua у нас выполнит? Сначала он посчитает, запустит вот эту функцию, получит число, которое она выдаст, результат, троечку подставит. Потом запустит вот это вот. Здесь 130 получится подставить сюда результат. Потом запустит вот это. Здесь будет пятерка. Итак. А потом уже только запустит саму функцию, которая снаружи у нас находится. И она ее запустит уже с числами. Тройка, 130, и здесь пятерка. Ну, давайте посмотрим. 3, 130 и 5. 138. Все правильно. Так, ну, у меня есть более подробные, более длинные со слайдами, с презентацией уроки по функциям. Можете посмотреть на этом канале. Ну и давайте перейдем уже к домашке и к самому Roblox, чтобы нам было более интересно. Так, ну хотя к Roblox мы перейдем, наверное, у меня тут задач аж 6. Давайте первую функцию. Вот вам первую функцию, первую задачу. Первая задача вам дают такое задание. Напишите функцию, которая печатает два имени из параметров «друзья». Итак, мы должны, ну, называем функцию friends. Friends – это друзья. Давайте name 1. Name 2. И она должна писать нам что-то такое, что name 1
и name2 друзья. Почему я здесь пропускаю пробел, как вы думаете? Для того, чтобы при склеивании у нас имена не прилипали. Кстати, вот здесь это не важно, сколько вы пробелов отступаете, совершенно не важно, потому что пробелы считаются только внутри строчек. А строчки, как вы помните, они у нас в кавычках находятся. Так. Wait нам не нужен, нам нужен мгновенный результат. Вызывать функцию просто. Пишем friends и пишем какое-нибудь имя. Ну, например, Вова и Дима друзья. Так. Давай компьютер скажи, друзья они или нет. Да, все отлично. По-моему, с этой задачей под номером 0 никаких проблем не возникло. Так, давайте пишем уже следующую функцию. Следующая функция должна получать 3 параметра. Первые два параметра такие же, как здесь, поэтому я скопирую и назову эту функцию aFriends. Это как бы вопрос. Они друзья во множественном числе? А как наша, ну, у нас же не обладает Roblox искусственным интеллектом, тем более мы пишем программу. Давайте мы третий параметр. Я ввожу такой параметр really friends. Ну, можно. Давайте real friends, настоящие друзья. И нужно что сделать? Если у нас в этот параметр. Так, давайте мы вызовем функцию нашу. Если в этот параметр приходит значение истина, тогда наша программа, наша функция. Пишет, что они друзья. Если здесь приходит значение ложь, помните, false – это ложь в языке Lua. Есть еще true – это истина. То у нас программа пишет… Так, извиняюсь, тут всякие обновления пришли. Так, то программа пишет, что они не друзья. Если здесь поставить true – истина, то она должна написать… Друзья, во-первых, имя функции сюда ставим. Во-вторых, ну, конечно же, нам никуда не годится эта строчка. Давайте сразу условия напишем. If real friends, then. Если они настоящие друзья. Так. Есть настоящие друзья, то печатает друзья. Если они не друзья, то печатай не друзья. Как это все работает? Ну, вы, наверное, помните урок про условия. Что в условии, если условие истина, выражение истинное, то тогда вот это тело условия выполняется. Иначе выполняется вот эта вот часть. Так, ну давайте запустим. Посмотрим, друзья, не друзья. Давайте другой пример, который у меня ученик написал. Более такой. Так. Котлетка. И макарошки. Котлетка и макарошки. И что у нас еще есть? Котлетка и пюрешка. Так. Котлетка и макарошки не друзья. Котлетка и пюрешка друзья. Все работает. Так, следующая задача. Напишите функцию, которая возвращает с помощью return имя старшего студента. Так, что нам нужно? Что нам нужно? Нам, наверное, нужны будут тоже имена. Видите, два студента. Name 1, name 2. Name 2. Так. Давайте напишем.
возраст первого студента и возраст второго. Так. Назовем ее старший. Elder. Так, и не забудем end. Итак, тут тоже будет условие if. Ну, условие, что в условии? Мы должны возраст сравнивать. Мы должны вывести имя старшего студента. Как мы узнаем, кто из них старший? Первый или второй? Причем давайте сразу покажу, как функцию мы будем вызывать. Функцию мы будем вызывать вот примерно вот так. У меня есть условия этих задач, они напечатаны на бумаге. Я, в принципе, могу в информацию под видео этот текст положить. Но так как я сегодня вам не задаю домашнюю задачу, то просто я сам себе задаю задачу и сам ее решаю. Так, первое имя. Давайте какие-нибудь имена реальные. Аня. Аня Гюзель. Так. И мы должны их возраст указать. Так. Гузель у нас 11 лет, Аня 34. Так. И функция называется вот так. Итак, мы будем запускать функцию, и она должна вернуть имя старшего из этой пары. Первый человек или второй человек. И так как она не печатает, а возвращает имя, мы должны воспользоваться еще и функцией print. Мы должны вот так сделать, напечатать. Давайте даже вот так напишем. Старше. Здесь можно склейку напечатать, потому что она будет возвращать имя, имя можно приклеить. Ну, можно и какое-то число, конечно, приклеить. Можно здесь запятую поставить. В принт это не возбраняется. Но вообще, когда вы склеиваете строки, старайтесь использовать... Да не старайтесь, а используйте только точка, точка. Теперь осталось написать нашу программу. Так, что мы должны сравнить? Возраст. Если age 1 больше age 2, тогда return... Какое имя нужно вернуть, если первый возраст старше, чем второй? Ну, конечно же, name 1. Здесь мы пишем еще иначе. Иначе возвращаем второй возраст. И давайте мы еще второй вариант, где у нас будут другие люди. Так. Лиза и Алекс. Давайте пусть будут Лиза и Алекс малышами. Лизе будет 1 год, а Алексу 3. Итак, запускаем. Вы уже видите, где у меня ошибка? Я перед запуском случайно увидел. Старше Аня, старше Лиза. Аня вроде бы правильно у нас напечатана. Да, неправильно. А Лиза? Лиза неправильно. Ошибка вот здесь. Я написал name 1. Здесь name 2. Значит, если первый возраст больше, чем второй, то печатай первое имя. Иначе печатай второе имя. И я вижу уже такую ситуацию. Так, отлично. Алекс здесь старше оказался. А что, если мы укажем одинаковый возраст? Например, Лиза и Алекс. Им по одному году. Она мне все равно пишет, что Алекс старше, а это нечестно. Давайте сделаем более честным нашу программу. Пусть она выдает имя никто. Вместо имени выдает слово никто. Если возраст первого человека равен возрасту второго человека, то мы вернем не name 1 и не name 2, а пишем никто. В скобочках я напишу. Они одного возраста. Так, вот здесь подчеркнуто красным, потому что
после if, then может стоять либо else if, либо else. Здесь должен быть else if. Это значит иначе если. Видите, у нас условие из двух условий. Вот else if. Вот теперь все отлично. И должно сработать. Про Лизу и Алекса нам должно честно написать, что никто, они одного возраста. А давайте еще красивее сделаем. Я уже не слежу за временем этого урока. Мы все с вами доделаем. Так, пусть нам пишет вместо они, напишет первое имя и второе. Так, здесь будет и. Я хочу, чтобы первое имя написалось, второе. Так, первое имя у нас будет. Name 1. Все, ничем, ничто у нас красным не подчеркнуто. Значит, все отлично. Давайте запустим. Посмотрите, как красиво наша программа. Старше никто. Ну, конечно, это не очень по-русски звучит, но неважно. Лиза и Алекс одного возраста. Я доволен результатом. Давайте переходим к следующей задаче. Так, следующая задача у нас уже с Роблоксом. Напишите функцию, которая создает на baseplate блок, ну, детальку. Кубик размером 1 на 1 на 1 заданного цвета RGB. И не забудьте вернуть созданную деталь с помощью return. Для чего это делать, я вам расскажу. Так, ну, чтобы с этим скриптом не возиться, давайте его скрипт текст. Ну, это у нас текстовые задачи. А сюда добавим еще один скрипт. Пусть наш скрипт тот работает, нам он не помешает, этот выдача на экран, это будет параллельно все работать. А решение задачи по созданию блока, да, давайте мы, не создание блока, а создание детали. Давайте мы нашу функцию назовем очень коротко, например, p большое. Какие параметры должны быть? Параметры для задания цвета. Задавать цвет будем смешением трех цветов. RGB. 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 И не забудем вернуть деталь, которую создадим. Только у нас ее еще нет. Давайте создадим деталь здесь. Local. Назовем ее part. Помните, как создавать деталь? В Roblox любую деталь создавать. И не только деталь, там много чего еще. С помощью instance. Instance new. В скобочках должны написать название того, что мы хотим создать. В данном случае это part, деталь. И обязательно вторым параметром нашей функции instance new мы должны указать, где создать деталь. Мы ее хотим на workspace создать. Можно написать game.workspace большой буквы, а можно и кратенько написать просто workspace. Это одно и то же. Game.workspace большой буквы и workspace маленькой буквы это одно и то же. Роблокс. Так, ну и вернем деталь. Part. Если мы сейчас запустим, ничего не произойдет. Давайте мы вот так сделаем. P, скобка, скобка. И запустим нашу деталь. А, деталь создается, если мы ничего не указываем, обычно в центре. Да, вот наш кирпичик создался. Отлично. Так, что там было по условию? По условию мы должны его раскрасить, эту деталь. В уроке номер один мы как раз раскрашивали деталь. Если вы посмотрите, урок по Roblox номер один. Так, но у нас там как раз этот вариант раскрашивания RGB не был рассмотрен. Итак, чтобы раскрасить деталь, нужна переменная, в которой деталь это находится, или полный путь до этой детали, который будет таким game.workspace.имя детали. Но так как мы эту деталь создали, мы у нее имя не знаем. Мы можем, кстати, имя поменять, но это нам совершенно не важно. Но мы ее при создании занесли еще и в переменную. Так что мы можем обращаться к этой переменной, как к нашей детали. Пишем brickColor. Это значит, у нашей детали мы хотим изменить цвет. BrickColor – это цвет созданной детали. Ну а цвет создается вот так же. BrickColor. Что же мы можем сделать? Здесь уже какие-то цвета есть предопределенные. Black это сделать черную, синюю, темно-серую, серую, зеленую,
палитру использовать, номер палитры. Но это вот я рассказывал в первом уроке. Если вы документацию Roblox откроете, то там есть, оказывается, сколько-то номеров. Например, 100 номеров, и у каждого номера задан свой цвет. Там есть табличка с цветами и номерами. Но это неинтересно совершенно. Рандом — это случайный цвет, нам не нужно. Можно красную сделать, белую, и все. А вот нас интересует такая штучка New. New, она умеет... Вот у нас подсказка есть, что она разные варианты имеет. Нас интересует вариант, когда она три цвета. Вот RGB, например. Так, что тут еще есть? Из строчки. А, из цвета. Если у вас переменная уже хранится цвет, color 3, тип переменной, то можно. Ну, мы будем делать вот что. А вот этот вариант, видите, строчка. Можно здесь строчку, значит, в кавычках написать название цвета. Тоже получится. Все названия цветов тоже есть на сайте Roblox, можете посмотреть. Или посмотреть первый урок, там я показываю эту табличку и адрес. Нас интересует вот этот вариант. New, и здесь перечисляются RGB. Ну, думать особо не надо, просто пишем RGB. Вот эти числа из параметров этой функции сюда перенесутся. Так, помните, как смешивать цвета? Если мы укажем все нули, то у нас будет черная деталь. Если укажем все, числа могут быть от 0 до 255. Если мы здесь укажем, например, 255, то получится деталь белого цвета. Давайте запустим и посмотрим. Ну, все так и получилось. Ну, и давайте для успокоения... Не для успокоения, давайте сделаем красную деталь. Красную деталь делать просто. Помните, красный как по-английски? Это red. Значит, в первом аргументе мы максимальную цветность влепили, 255, а остальное все по нулям. Получится красный. Так, давайте вот этот сделаем, значит, зеленым. Сюда, RGB green. И давайте третий цвет еще сделаем. Синий. Проще не копировать, наверное. Мне проще печатать просто здесь. Клавиатура неудобная. Проверяем. И вспоминаем условия задачи. Что же нужно было сделать? Мы должны функцию написать, которая создает детальку размером 1 на 1 на 1. Вот это мы не сделали, а цвет уже сделали. У всех деталей, созданных с помощью функции p, должен быть размер 1 на 1 на 1. Как это делать? Кто-то, наверное, помнит. И я тоже помню. Part, переменная, где у нас хранится, size, с большой буквы, присвоить. А размер у нас тоже из трех чисел состоит. Поэтому мы используем, ну, в Roblox используется, когда нужно куда-то занести значение, которое состоит из трех каких-то величин. Это вектор. Называется вектор 3. Точка new, не забываем, чтобы новый создался. И здесь мы должны написать 1, 1, 1. Так. Ну, все должно получиться. Заметили, что вызовы нашей функции я не менял, но зато все у нас заработало. Так, ну считаем, что вот это задание у нас выполнено. Что же нужно делать? И посмотрите, как коротко мы вызываем. Отлично. Мы можем, например, вот ради прикола, я это, конечно, сотру, это еще не задание. Цикл for. И от 1 до 100. And. 100 раз повтори вот эти три вызова наших кубиков. Что же получится? Я думаю, тут целая гора с кубиками получится. Да, и эта гора рассыпалась. Аж разлетелись, потому что они все создаются в одной точке. 0,0,0 по умолчанию. Если мы деталь не двигаем. Ладно, убираю этот цикл ненужный. Прикололись и идем к следующей задаче. Теперь мне нужно сделать... Ну, вы, наверное, знаете, как выкладывают плитку. Так. Используя функцию третьего задания, вот эту функцию, которую мы сделали, p, мы ее менять не будем, просто мы будем ее вызывать, как вот здесь так. Напишите другую функцию. И она будет называться p4. Она должна создать сразу 4 кубика. Красный, синий, зеленый и черный. По заданным координатам. Чтобы кубики ровно лежали рядом, как шахматные клетки. Ну давайте не как шахматные клетки, а как... Ну вот, смотрите. Вот это я нарисовал 2 кубика. Поняли, как, да? Здесь должен один кубик лежать красный, здесь синий, здесь зеленый, а здесь черный. Вот. Ну, причем они должны плашмя лежать. Это я сверху смотрю.
Ну что ж, давайте попробуем напишем P4. Function. Так, ребята, я зря это стер. Мне очень пригодятся уже. Function P4. Это тоже, чтобы мало набирать меньше. X, Y, Z. Мы должны создать эти кубики по определенным координатам. Но при этом они должны лежать не друг в друге, чтобы не разлетались, а один кубик чуть левее, другой чуть дальше и так далее, как я вам рисовал. Так, вот у нас уже три кубика есть. Давайте четвертый кубик добавим черного цвета. Тоже зря я его стирал. Помните, да? Все нули. Это черный цвет кубика. Как просто. И не приходится писать вот эти вот строчки, которые не нужны. Так, ну и давайте P4 теперь запустим. P4 один раз запускаю. Должно получиться 4 кубика. А, ну вот еще координаты X, Y, Z. Так, ну кубики есть. Ну как-то они лежат не так. Понятно, почему не так лежат. Мы не воспользовались вот этими координатами. Так, давайте теперь пишем local P1. А мы внутри нашей функции P4 мы создаем 4 переменные. И в каждую положим то, что с помощью ретурна. Видите, мы эту деталь создали в P, и мы ее вернули с помощью ретурна. Поэтому, когда мы вызываем здесь нашу функцию P, то она возвращает значение, которое указывает на наш созданный кубик. И у нас будет здесь 4 разные перемены. Обязательно разные имена должны у них быть, не совпадать. Чтобы мы могли каждой переменной управлять. Итак, а теперь мы первую деталь переместим на координаты. Так, position. Мы переместим ее вот так. Вектор 3. New. А здесь повторим X, Y, Z. И то же самое мы для всех сделаем остальных деталей. Можно вот эту строчку P1 перенести вот сюда. Потому что, видите, здесь уже появилась эта переменная. А, например, строчку P4 я сюда перенести не могу, потому что P4 появится только вот на этой строчке. Вы должны это понимать. Так, ну все должно работать. А, ну подождите, здесь координаты нужно указать. Давайте не 0,0,0, а давайте укажем 0, запятая, над головой. По X это в ширину, влево-вправо. Да, вот так. Вот у нас строчка есть. Так, где у нас тут? Back. Вот, фронт. По X, видите, влево-вправо. По Y, ось Y это вверх-вниз. А Z это вперед-назад. Итак, давайте мы зададим. Значит, чтобы по центру, где у нас человек. Но выше человека, например, на высоте 20 стадов. И 0. Чтобы они на голову ему упали. И смотрим, упадут они на голову нашему человеку или нет. Что-то я не заметил. Или они упали до того, как человек еще появился. Ну, можно вот так сделать. Wait 3 секунды. Ждем. Классно. Ну, хоть в полицию устраивайся. Так. Но, тем не менее, я эту wait уберу. Так, пусть они у нас будут по координатам. 0 координаты это внутри нашего бейсплейта. Вот координаты 0. Тоже на уроках моих посмотрите. Это просто урок не об этом. А над землей, ровно на земле, чтобы он был наш кубик. Если у него высота единица, то нужно эту высоту разделить на 2. Можно написать 1 деленное на 2 по высоте. А по координатам, ну пусть будет в центре. Значит, по X 0. По высоте, значит, ровно над землей. А вперед, ну, ближе или дальше тоже 0. Но опять же, кубики у нас сейчас будут валяться либо строчкой, либо как-то. А нужно вот так, как у нас здесь клеточки нарисованы. Значит, один кубик здесь, второй здесь, третий здесь, четвертый здесь. Сейчас все это сделаем. Так, P1.
первого кубика делаем минус 1 деленное на 2. Второго кубика тоже делаем минус 1 деленное на 2. Так. А у этих кубиков делаем плюс 1 деленное на 2. Видите, я наполовину кубика их сдвинул влево, а те наполовину кубика их сдвинул вправо. Причем единица это у нас, помните, ширина кубика. Вот мы здесь задали размер 1, 1, 1. Если бы у него была тройка здесь, 3, 3, 3, такой большой кубик, я бы здесь, наверное, делил 3 делить на 2. Так. По горизонтали все нормально, по х. По y тоже нормально, а не на одном уровне. А вот по z ближе дальше, наверное, нужно повторить то же самое. Так. Только я думаю, подождите. Угу. Этот плюс 1 деленное на 2. Минус 1 деленное на 2. Плюс 1 деленное на 2. Плюс 1 деленное на 2. Ну и давайте посмотрим. Урок уже подходит к концу. Еще одно задание у нас осталось. Так, ну мне кажется, просто очень сильно наш человек упал. Давайте, чтобы человек не падал на них, мы разместим их перед человеком. Перед человеком это значит x. Первая координата это по горизонтали, это по вертикали, а вот сюда. Так, что нам нужно сделать? По-моему, минус 10, если я не ошибаюсь. Будет за человеком или перед? Перед, да. В 10 стадах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Вот они лежат как нам надо. Все отлично. Задача решена. А следующая задача, последняя, пятая. Используя функцию P4 из предыдущего задания, вот мы ее написали, в новой функции, которая называется line, и у нее один параметр – длина. Эта функция должна выложить линию в любом направлении из кубиков. В параметре длина указываем длину линии. Ну и пример. Так, давайте. Давайте назовем функцию. Думаю, что вы все устали, но мы уже заканчиваем. И, кстати, обычные уроки, они не имеют отношения к урокам под буквой R. Так что следующий урок я постараюсь записать обычный, продвинутый. Line, и здесь будет длина. Ну, давайте пусть N она будет. N – это сколько вот этих вот кубиков по 4 штучки выложить в линию. Так, ну и давайте теперь for i воспользуемся циклом, чтобы повторить выкладывание этой линии for i от 1 до n. Делай. Цикл повторит команды, которые между вот этими словами ключевыми do и end столько раз, сколько будет у нас, какое будет число значения в n. Значит, от 1, например, до 10. 10 раз повторит. И там мы должны наши кубики выложить. Давайте посмотрим, как это. Во-первых, ничего сейчас не произойдет. Почему? Потому что я нигде line не вызвал. Давайте вызову line. Напишу line. 5. Видите, у меня уже ошибку в программе или нет? 5. Что-то не то. Что-то не то. Видите, как-то тут похоже на линию, но цвета не в том порядке, в котором должны. По крайней мере, по бокам. Такое впечатление, что все появлялось в центре и выталкивало в бока. Ну, так и было, кстати. Так. Ага. Вот эту вот координату будем менять. Или нет, давайте вот эту координату. Минус 10. Минус 10. Минус i. И давайте, вам проще будет с положительными числами. Так, давайте пусть будет у нас 10. Это значит, за спиной нашего человечка будут выкладываться 10 плюс i. 10 плюс i и посмотрим. Я уже знаю, что результат меня не удовлетворит. Да, это не похоже на линию. Какая-то плюшка. Так, что нужно сделать? А дело в том, что шаг, видите, у нас плитку, когда мы выкладываем P4,
2 на 2, 2 на 2 клетки. А здесь у нас в цикле числа увеличиваются на 1. Здесь 1 было и, потом и у нас будет равно 2. Нужно, чтобы кратно 2 увеличилось. В цикле for, следующий урок R, 4 будет про циклы как раз. Ну так, немножко забегая вперед. Вот я ставлю двойку. Все, сейчас все должно пройти отлично. Да. Вот отличная линия. Давайте проверим, чтобы она за горизонт у нас улетела. Не совсем за горизонт, давайте 50. Получится ли? Видите, меняем одно число и не больше не трогаем никакого кода. И у нас все отлично. Кстати, ребята, а как сделать, чтобы вот эта линия в воздухе была и не падала? Мы можем, например, высоту не 1,5 сделать. Давайте сделаем высоту 5. Запустим. Все равно упало. Что можно сделать? Давайте попробуем закрепим в воздухе деталь, созданную деталь. После того, как мы позицию указали, мы ее можем попробовать закрепить. Так. Anchored. Помните anchor? Когда мы создаем деталь, у нас есть вот здесь вот такой вот. Здесь он затемнен, потому что мы сейчас деталь не выбрали. И пишем true. Давайте, вот я только один кубик закрепил. И давайте закреплю еще один кубик. 1, 2, 3, например. Из 4. И посмотрим, как это будет выглядеть в игре. Часть кубиков упадет, а часть будет висеть на высоте, на которой мы их создали. Давайте теперь все кубики закрепим. Кстати, что будет, если я вот здесь это закрепление сделаю? Если вы внимательны, то увидите, что Roblox нам уже подчеркивает. Подчеркивает вот эти переменные. Он говорит, я не знаю еще этих переменных. Вы внутри этой функции их еще не создали. Если я вот сейчас перенесу их вот сюда, то все отлично. И, кстати, не ставьте переменные уже созданы здесь. Ну, хотя, ладно, можно ставить. Потому что, по-моему, в Roblox можно закрепленные детали двигать. И с программным способом. Так, ну что, вот у меня получилась линейка. И я могу ее сделать еще больше. Как сделать, например, более прикольную? Давайте сделаем разряженную. Так, разряженную. Урок закончен, кстати, ребята. Я просто хочу показать вам, как классно, что у нас есть функции. Вот смотрите, мы выкладываем плитку вот так. Вот эта вот серая плитка. Здесь у нас кубик будет. Здесь кубик, здесь или здесь. Я не хочу, чтобы они плотно друг к другу прилегали. Я хочу, чтобы была между ними щель небольшая. Что нужно сделать? Вот нужно здесь сделать, например, не минус половина, а, например, минус 0,7. Давайте везде 0,7 поставлю. И все, в одном месте изменил только позиционирование наших кубиков, и уже что-то должно получиться. Так. И причем, смотрите как, у нас кубик в кубик, видите, как мерцает здесь. Дело в том, что у нас кубик внутри кубика находится. Что нужно сделать? Нужно увеличить шаг. Вот когда мы рисуем линию, у нас нужно сделать не 2, не двойка. Если я там прибавляю 0,7, ну давайте 2,5 тогда попробуем. Должно хватить. Будет еще маленький зазор между каждой из плиточек четверных. Да. Здесь отличный зазор одинаковый между этой плиткой. Здесь очень маленький. На этот зазор между плитками
влияет вот этот вот шаг 2,5. Например, давайте я здесь сделаю тройку. Давайте вообще четверку. Запускаем. Так. Ну, вот понятно. Ну, на этом урок закончен. Постарайтесь, если что-то еще непонятно с функциями, посмотрите другие уроки про функции на моем канале. Можете на других каналах посмотреть. А еще лучше, если вы на русском языке прочитаете книжку «Программирование на Луа». Есть такая. Там, по крайней мере, в начале книжки вам будет все понятно. И если вы не, если хорошо не изучать язык Луа, то хороших игр сложных на Роблоксе сделать не получится. Так что нужно потихонечку все это учить. Видите, как несложно, смотря на этот урок. Ну все, на этом все. Всем пока. Ставим лайки, подписываемся. И меня не ругаем за то, что я уроки R выпускаю сейчас.